пожалуйста, свой прокат и скажите, почему все-таки решили с ним хотя бы. Почему бы и нет? А он не получился. И что? И что? Ну, как бы, слушайте, если бы я так во все прыжки, что они у меня не получались, я бы от тулупа тоже отказалась. И от тройного луца тоже отказалась. Но это же странно. Внутренние старты, финал гран-при. У меня скорее была цель именно попробовать этот прыжок, потому что последний раз на соревнованиях я сделала бабочку. Здесь я в него вошла, правда, не уверена. Ну, по моим ощущениям, я его докрутила, но все-таки полетела из круга. Я не вижу причин не делать. Это как бы, ну, грубо говоря, это не олимпийские игры, хотя на которых я тоже на весь контент пошла. То есть, наоборот, это очень хорошая тренировка. Как тебе сегодня выступало с юбилейным концертом? Супер, как всегда, очень, очень хорошо принимали. И я видела, мои фанаты и ободочки надели, и у них и плакаты были, и так кричали, и так поддерживали. Правда, очень, очень приятно, что люди любят и приезжают на каждый старт и пытаются как-то даже удивить, потому что столько всего. Правда, очень приятно, и хотелось бы им большое спасибо сказать. Это такая домашняя атмосфера сразу становится. Вот у меня была одна тренировка. Ну, у нас одна тренировка, сколько там, 30 минут она идет. Ну вот. Ну, на самом деле, когда ты уже чуть-чуть немного повзрослее, ты уже сам переставляешь себе так заходы, чтобы, скажем так, влезть. Ну и все равно у меня с луцтулупа получилось так, что я очень была близко к борту. У меня нога так, оп, около борта. Ну, как Итарь Георгиевна говорит, 3D-эффект. Да, я же все сделала. То есть, ну, там, все вроде хорошо было.